Одной из причин постоянных пробок в районе Ошского рынка являются междугородние такси. Перекресток Кулиева-Токтугула с утра до вечера под завязку забит авто. И неудивительно, ведь у светофора на этом перекрестке дежурят больше 250 бомбил. Что необходимо предпринять властям, чтобы ликвидировать хаотичные стоянки таксистов, выяснял Алтынбек Таланбеков. Каждый день с утра и до поздней ночи у светофора на Кулиева-Токтугула припаркованы десятки минивенов и легковушек. Хозяев этих машин здесь знают. Отсюда круглосуточно отъезжают такси «Бош», «Джалабат» и «Баткен». На каждое направление около 70 бомбил. Знак «Не парковать» для них просто железка. В среднем отсюда в день выезжает до 60 машин максимум. Другие сотни ждут очереди. Мы предлагаем привести хоть в какой-то порядок эту точку. Здесь ждать клиентов неудобно, отсутствуют все элементарные удобства, ни душевых, ни комнаты для отдыха. Потом отправляются в путь, а пассажирам невдомек. Я тоже работаю в этом направлении, но уже не могу в таких условиях. Это там стану? Неофициально только на Кулиева-Токтугула порядка 300 частных извозчиков. Чуть ниже по Кулиева, между Рыскылова и проспектом Чуй, образовался мини-автовокзал, где еще 500 таксистов и междугородников. Пассажиров, как ни странно, не смущает ни полное отсутствие условий, ни расположенные рядом сомнительные гостиницы. Там регулярно случается всякая жуть. Иногда было даже стыдно, что мы стояли именно там. В этом месте необходимо создать условия. В 300 метрах ниже по Кулиева находится западный автовокзал. Проспект Джибекджио на этом участке заметно очистили. Патрульная милиция и руководство вокзала пошли на конкретные шаги. На вокзале потихоньку восстанавливается дисциплина как среди водителей, так и среди пассажиров. Мы установили шлагбаум, могут поместиться сотни машин, отправляющихся в Джалабадскую, Ошскую и Баткенскую области. Каждый наш водитель проходит проверку на алкоголь и наркотики. Но нужно серьезно рассмотреть вопрос введения обязательных лицензий для таксистов, чтобы хоть как-то регулировать их деятельность. Точка отправки такси в Ош, Баткен и Джалабад есть и перед рынком Дордой Моторс. Здесь сейчас затишье, но порядок, как говорят здешние таксисты, уже создан. В первую очередь назначены бригадиры на каждый маршрут. Сейчас Минтрансу хоть как-то удается контролировать деятельность такси при помощи патрульной милиции. Пока ведомство готовит предложение о том, чтобы ввести конкретные критерии для водителей такси. Чтобы упорядочить работу междугородних такси, нужно ввести лицензии. Тогда и извозом смогут заниматься лишь те, кто чувствует за собой ответственность. К сожалению, эта инициатива пока только предложена. Еще неизвестно, как на нее отреагирует. Минтранс наказывать штрафами не может. Этим занимаются милиция и мэрия. Хочется надеяться, что госорганы возьмут этот вопрос под контроль. У таксистов на Кулиева на милицию уже иммунитет. Она их не пугает. Так что и самим пассажирам нужно задуматься о том, что опасно доверять свою жизнь случайному бомбиле на дороге. Алтынбек Таланбеков, Асхар Улан-Улу, Общественный первый канал.